человеке – это Христосознание, чистый свет. И вот в глобальном масштабе задача в этом и заключается. Просто, неважно, понимаешь ты, не осознаешь, не осознаешь, какого бы уровня развития ты не был, в каком бы невежестве сознания, подсознания не находилось. Важно человеку внутри себя вспомнить, поменять реакцию на то, что его провоцирует извне. То есть единственная реакция, спасающая человека и усиливающая Христосознание в нем, это реакция. Стоп всем тем мыслям, эмоциям, что выплыли в момент ситуации. Стоп. Я тебя вижу. Я чувствую, что чувствуешь ты. Благодарю. Ты мне напомнил о свободе выбора и о том, что у меня есть Христосознание. Сознание Духа Жизни Любви, сознание Абсолюта, непроявленного начала. Я человек. Я ничего не понимаю. Я не знаю, как поступить вот здесь, сейчас. И даже я, интеллект, уже в растерянности могу быть. А могу и не пустить человека сделать этот выбор. Но, тем не менее, я, человек, иду в сердце. Просто обратите свое внимание на дыхание. Все. Вот это ключ. Вы слушаете дыхание, вы слушаете свое сердце, его биение. И говорите: благодарю, люблю на своем языке. До той поры, пока внутри вас не успокоится хаос. Все, в этом спасение людей. Всех и каждого. И выбор, опять же, внутри зависит от каждого. Все.